Девочки, здравствуйте! Сегодня у нас будет неоновые ноготочки. Очень красивые оттенки. Born Pretty 123 и Born Pretty 128. В этом дизайне черном они, по-моему, уже их не выпускают. У меня их целая серия, надо их тратить. Я думаю, что в новых флаконах наверняка эти неоны есть. Берете любые неоны. Сейчас их полно. Во всех фирмах есть. Не проблема. Это такой оранжево-неоновый. Это ало-неоновый. Он даже тоже немножко с оранжевинкой. Но неоновый он такой и есть. Более такой оранжевый. Красно-оранжевый, да? В общем, красный и оранжевый. Оранжевый и красный неоны. А это у нас белый. На него мы будем пятнить эти же гей-лаки. И на него мы делаем черный стемпинг. А где у меня лак? Черный, вот он у меня, да, у меня черный здесь, я их вечно путаю, да. Лак от X-Nail, его попозже. В общем, сейчас я обезжирю сначала наши типсы, можно сказать, потому что у меня нарощенные ногти. Ногтевую пластину обезжирим. И нанесу я сначала, да все сразу нанесу. Значит, у меня будет на указательный будет только оранжевый. Эти два пальчика будут красно-неоновые. И вот эти два, на которых будет дизайн, у нас будет белый. Мой любимый от Вена Лиса, номер 1001. Так, пластины у нас сегодня две. Здесь Николь Дарри L36 и... Born Pretty Flower Tango L010. Если что-то еще есть в продаже, ссылки смотрите в описании под видео. Все, девочки, сейчас я за кадром, ну как у вас это будет быстро, быстрая съемка, нанесу сначала гель-лак. Так, девочки, смотрите, я уже все сделала, по два слоя гель-лака нанесла. Теперь мы берем наш розовый, красно-розовый и оранжевый. Мы сейчас напятним в два слоя, потому что они полупрозрачные, они такие витражные. Поэтому мне нужно два пятна оранжевых и два... А что он какой-то кривой, господи. Так, у меня у соседей начался ремонт. Поэтому мы не обращаем на это внимания. Да, я так делаю. Знаете, такой вот. Просто от балды. Вот так вот ставлю. Вот так вот. Оно у нас неровное. Нам и не надо, чтобы она была ровно. Вот так вот, да? Вторым слоем потом я его еще добавлю, потому что, ну, оно будет полупрозрачное. Я хочу, чтобы оно было более интенсивное. Не бойтесь, тут все равно будет сверху стемпинг. Не бойтесь. Да? И сразу же сделаю розовым. Вот так. А здесь сделаю вот здесь. Ну, вот так. Я даже ничего трогать-то больше не хочу, на самом деле. Мне не нужно, чтобы он был какой-то ровный, да? Мне нужно, чтобы было вот такое, скажем так, пятнышко, да? Такое более неровное. Вот, сейчас я просушу. Все, сейчас мы просто продублируем, чтобы просто сам цвет был плотнее на этом нашем пятнышке. Вот, хорошо. Этого достаточно. Видите, он сразу более такой красивый становится.
сложно. Все оно будет сверху стемпинг идти. Но он становится ярче. Ой. Сейчас просушу, сниму липкий слой. И можно будет делать наш стемпинг. Вот вроде все. Угу. Все. Видите, он стал более плотный, не такой прозрачный. Все, сейчас сушу, снимаем липкий слой, потом стемпинг. Все, теперь мы снимаем липкий слой, чтобы нам... Тут у нас будет несколько разных рисуночков, поэтому не в один этап, скажем так, да? Так, ой, а где это мой этот? Не понял. Сейчас. Ролик что-то потеряла. Он у меня закончился, а новый я еще не доставала. Так. Это я на всякий случай, чтобы все штампики были чистые. Наш красивый гель-лак убираем. Берем наши пластины две. И черный лак для стемпинга. Вот он. Все тюбики эти одинаковые. Угу. Номер 2 от X-Nail. Сначала беру вот этот Born Pretty Flower Tangen L010. Так, сейчас главное нам... Если что-то нам не понравится, мы сотрем. Мы ничего не боимся. Делаем, как говорится. Угу. Так, сейчас я подумаю. Значит, это я думаю сюда посадить, да? Угу. А эту веточку, вот эту, я сюда пущу. Давайте я, наверное, с веточки начну. Если что не понравится, я сотру. Как пойдет. Как пойдет. Хочется покрасивее, знаете, так поставить. Красиво смотрелось. Оп. Лишнее мы уберем. Да? Лишнее нам не надо. Угу. Теперь мы возьмем вот этот рисунок основной, который надо посадить. Пятна все равно не получится с правой стороны прям идентично повторить, поэтому тут уж это и в принципе и не нужно. Ой, что-то я там слишком много. Может, сейчас плохо отпечататься. Очень жиденько что-то мне не нравится. Сейчас посмотрю. Нет, сейчас переделаю. Плохо стерла, и он потек. Сейчас, девочки, не будем торопиться. Тут такое дело, не надо торопиться нам. И так этот лак очень, видите, он жидкий, прям пипец. X-Nail, он еще, если попадет куда-то, его даже с рук сложно смыть. Такой лак мощный. Ну, молодцы наши, что стали так делать. Знаете, мне не нравится. Я хочу... Девочки, простите меня, пожалуйста, но мне надо... Я просто с ума сойду потом. Мне надо, чтобы были линии прям четкие. Я вижу сейчас на оранжевом фоне, что линии мне не нравятся. А средний палец самый такой у нас... Буду на него все время пялиться. Нет, мне надо, чтобы было все. Мне еще скребок этот не нравится. Надо что-то потоньше. Где мой любимый скребок? Потеряла. Этот совсем тонкий. Куда-то свой скребочек любимый сделала.
Сейчас, девчонки, надо подумать. Мне же нужно было, чтобы еще не пересеклось с цветочком. Ну, в смысле, вот этим вот веточкой. Так. Вот так вот. Угу. Теперь сюда я хочу точечки. Берем вторую пластину. Здесь у нас разные есть штучки-дрючки, да? Возьму вот эти. Опа! Какие они все-таки, конечно, классные. Хотелось бы, конечно, вот сюда тоже куда-нибудь в бачок их сделать, девчонки. Я постараюсь. Мне хочется туда что-нибудь впендюрить. Вот чуть-чуть вот сюда вот, да? Чуть-чуть, чтобы ответочка такая была. Сколько влезет, хоть пару точечек пусть будет. Хоть парочку. Сколько влезет, как говорится. Сейчас, девочки, подождите, подождите меня. Вот так вот, сейчас мы лишнее уберем. Нас это все не смущало. Я посмотрю, может быть... Где тут у меня, может быть, поместится, может быть, не поместится. Где-то у меня тут было веточки две. Вот, наверное, не поместится оно. Сюда, может быть. Девочки, припевочки. Сейчас я посмотрю, если не понравится, не буду делать. Такой маленький хвостик. Я не могу понять, поместится или нет. Эту белую пустоту, знаете, немножко заполнить. С этим ногтем, я думаю, закончено. Угу. Все, я даже, наверное, сейчас его топом покрою, чтобы мне ничего не испортить, когда я буду делать вот этот. Продолжаем. Все, я покрыла топом, чтобы нам ничего с вами не смазать. Да, вот у нас получилось. Теперь идем дальше. Так, я хочу лилию сделать вот эту. Лилию. Тут сейчас, кстати, свой скребочек нашла любимый от Мойры. Он уже у меня, господи, вся грязная. Если этот черный цвет от X-Nail попадет на руку, это все. Так, плохо отпечатала. Вот здесь, видите, это сейчас не стереть. Это не стереть. Когда я за кадром все делаю, девочки, у меня все получается сразу, без проблем. А когда что-то там говоришь, ля-ля-ля-ля. Вы там сидите, себе сериальчик включили, спокойно маникюр себе делаете. А я уже 7 лет, или 8, уже не помню. Не могу нормально просто сесть и ногти накрасить. Все время на камеру, вы представляете, вот так жить? Это просто пипец. Я даже не знаю, как это. Уже забыла. Так. Mm-hmm.
посадили наш цветочек. Теперь я хочу, точки я потом в самом конце поставлю, я хочу добавить этот же вот сюда, только вот сюда, эту же веточку. Она у нас где с вами была? Она у нас с вами была вот здесь. А, нет, стоп, какой здесь, вот же она. Но только тут вот эти палочки не поместятся, нам нужна просто веточка. Нам нужна просто веточка без палочек. Угу. Ого, тихо, не надо нам такое, такого сюрприза. Оп. Здесь у меня вот палочки. Это палочка, выручалочка. Как там Королева пела, помните песню? А у тебя есть палочка, выручалочка. Это я думаю, оставить мне эти палки-то здесь или нет. У тебя есть палочка, выручалочка. Потому что я хотела сюда другую палочку, выручалочку. Я теперь даже не знаю. Блин, страшно трогать, так хорошо сидит. Я хотела, знаете, еще сейчас посмотрим, поместится она или нет. Вот эту тройную сделать, вот эту. Но она, конечно, тройная точно не влезет. Не хочется трогать уже, честно говоря. Слава богу, все поместилось. Такой стресс, девочки. Просто. Угу. Ну вот, мне нравится. Главное, ничего лишнего нам тут не оставлять. Что нам еще точечки должны вместиться. Блин, так круто. Просто круто. Обожаю. Обожаю, как Лего, знаете, вот это собирать все. Так, идем кружочком, кружочком. Уж куда поместится? На каточек-то безымянный, не сильно большой. Все, эта песня теперь королевская мне засела в голове. Куда смогли, как говорится, туда влепили, да? Так, ну хорошо бы еще вот как-то вот сюда подлезть. Это сложно, чтобы не залезть еще на другой рисуночек, понимаете? Может взять вот эти. Сейчас я посмотрю, девчонки, сейчас посмотрю. Боюсь рисковать. Возьму поменьше. Опа. Пусть будет так. Блин, так классно. Девчонки, так классно. Обожаю. Я вообще люблю неоновые лаки. Когда, если не летом, да, девчонки, делать? Ну, когда? Только летом. Ну, как, не только, можно всегда, но летом сам Бог велел. Все, сейчас покрою топом, сделаю правую руку и покажу вам, что получилось.
Ну что, девочки, я закончила. И вторую руку тоже. Посмотрите. Идентично, конечно, пятнышки повторить сложно, но это и не нужно в данном случае. Вот так мы сегодня с вами сделали маникюр. Очень симпатичный, такой неоновый. С удовольствием с ним сейчас похожу летом. Сейчас пойду все-все сфотографирую, чтобы были красивые фотографии. Вы пишите обязательно ваше мнение, все почитаю, всем отвечу. Надеюсь, я была вам полезна. До новых встреч!